Редиска жара – самый популярный среди огородников сорт редиса. Очень урожайный и раннеспелый, от посева до начала употребления в среднем 20 дней. Корнеплод гладкий, округлый, красно-малиновый. Мякоть белая, нежная, сочная, приятная на вкус. Рекомендуется для выращивания как в открытом грунте, так и в закрытом грунте. Культура холодостойкая, выдерживает легкие заморозки. Хорошо растет на любой не слишком тяжелой почве.